Ну, что вам сказать? Неплохо. В общем, неплохо. Но учебные стрельбы — это еще не настоящий бой. Обольщаться рано. Вот большие учения покажут, кто чего стоит. Разрешите обратиться, товарищ генерал-майор. Слушаю вас. Командир первого батальона майор Седов. А когда ожидается учение? Напомните мне, дня за два до учений. Я вам открытку пошлю, майор. Устраивает вас? Вполне. Вот и прекрасно. Ну что ж, будем прощаться. Благодарю за службу.
Желаю успеха. Благодарю. Сколько вам лет, товарищ майор? 28, товарищ генерал. Когда округ получите, обо мне не забудьте. И вот о полковнике тоже. Так точно, не забуду, товарищ генерал. Ну, желаю успеха. Болтун ты, Олежка. Ну, кто тебя за язык тянул? Ну, а что такого я сказал? Каков вопрос, таков и ответ. Начальство пошутить изволило. Оно пошутило, а я, значит, дурак все это всерьез принял. И мог бы погореть. А это вряд ли. Олег, у нас как шахматная машина КАИСа. Все хода наперед рассчитывает, ошибок не дает. Это как так? А вот так. Неужто бы ты в иной ситуации на рожон полез? Да не в жизнь. А тут полк хорошо пострелял, покатался. Начальство довольно. Чего ему не хватает? Отвечаю, анекдота. Точно. Вот тебе, пожалуйста. Теперь можно где-нибудь сказать, был, мол, случай, один майор чуть не уморил, а сам майор, замечу, орел, на таких армии держится. Ты что же, считаешь, что я специально? Нет. А? Нет, Олег, ты правильно поступил. Твоя сила в интуиции. Теперь тебя генерал запомнит и с серьезной, и с курьезной стороны. Правильно, Володя. Ты заметил, что только его одного генерал и выделил. Генерал выделил, а полковник всыпал. Но сообщил кое-что любопытное. Но? Да. Вы помните, я рапорт подавал насчет Академии? Я что-то не помню. А ты, Вань? Первый раз слышу. Ну так вот, ребята, еду в Москву экзамен держать. Генералом буду. Вот тогда я вам дам. Не наговорились? Будущий генеральша, ком, привет! А ну быстро подавай, вас дома двое суток ждут. Есть! Счастливо.
Мексики. Пока. Что-то случилось, Володя? Ничего. Здравствуй. А где Иван? Детей поднимает. А? Володь, ты что ли? Ну? Ну, подожди секундочку, сейчас заканчиваю. Андрей, дышать? Дышать еще? Заканчиваем. Опа! Ну, а теперь в ванную бегом. Васька, бегом. Раз, два, раз, два, раз, Лёшка, два, раз. Что-то стряслось, Вала? Да ты сходи. Ольга приезжает. Телеграмма? Письмо. Пишет зачем? Нет. Просто приезжает. Володя, завтракать будешь? Спасибо. Кофе, если можно. Когда приезжает? Получается, завтра. Ты извини, что я пришел к тебе. Я и сам не знаю, зачем. Да ладно тебе. Пошли пить кофе. Спасибо. Угу. Маюк, посиди с нами, дело есть. Как у тебя со временем? Как всегда. Слушай, съезди сегодня в город, на рынок. Зачем? Ну, купи там что-нибудь. Курицу, зелени. Вань, ты объясни мне, что происходит. Я все сделаю. К Вовке вон жена приезжает. А. Жену встречать будешь? В город к поезду у меня не будет возможности съездить. Буду встречать наш автобус. Надеемся и услышим Юрики. Александр Буторов с Байкало-Амурской магистрали, подполковник Александр Сергеевич Бергаев из Московского военного округа и Валерий Байданец из Дальнего. Вам передают музыкальный привет ваши друзья и родители. We'll be right back.
Привет. Спортсмен-разрядник. Да. Ты на работу опоздаешь. А что случилось? Почему моя жена встала в такую рань? Встала. Иди мойся, завтрак стынет. Я не верю своим ушам. Моя жена приготовила мне завтрак? Да. Я не верю своим ушам. Моя жена приготовила мне завтрак. Я не верю своим ушам. Так. Ну, а серьезно, куда ты в такую рань? Клуб твой еще закрыт. Да к Зверко. Майя просила помочь по хозяйственной части. Сегодня же Володина жена приезжает. Знаю, знаю. Так. Ешь. А что ты об этом так мрачно говоришь? За Володьку обидно. Что она ему голову морочит? Живет себе в Москве, жила бы себе спокойно. Возьми. Спасибо. Пишет диссертацию, писала бы себе. Нет, приедет, голову заморочит и уедет. А он опять будет полгода как чумной ходить. Она же его жена. Что? Ты понимаешь, что ты говоришь? Жена. Жена это прежде всего женщина, которая любит мужчину. А офицерская жена вдвойне. Что вдвойне? Все вдвойне. Ну, может, она его любит по-своему. А я не понимаю. Ну, не понимаю я. Скажи, ты бы со мной так смогла? Нет. Я же тебя люблю не по-своему. Я тебя просто люблю. Лидочка, часы дай, пожалуйста. Спасибо. А вообще Ольга талантливая. Если хочешь, 10 Лихачевых стоит. Нет, ты не думай, я Володю очень люблю, ты же знаешь. Мужик отличный, офицер что надо? Офицер что надо? Ну, согласись, отличных мужиков и офицеров что надо, как ты выражаешься. Хоть пруд пруди. А женщин ученых, да еще талантливых. Она в 26 защитила. Всего ничего. Тоже мне Софья Ковалевская. А ты ее видел, знаешь? Не видел. Зачем знать? Знаю одно, что Володька прибыл сюда один. А она предпочла остаться со своими крысами. Вот видишь, даже не знаешь, а говоришь. Она занимается молекулярной генетикой. Ты хоть слышала о такой науке? Науку и жизнь читаю. А если читаешь, значит, имеешь представление. Это тебе не танк водить. И тем более не солдат муштровать. Хм, муштровать. И слово-то какое дурацкое. Ну, прости, не хотела тебя обидеть. Ну, согласись, молекулярная генетика и танк. Ну, разные вещи. Ну, вот и я говорю, разные. Кстати, без 27. Не опоздаешь? Ничего, успею. Погода испортилась. Слушай, а ты действительно ее оправдываешь? Да нет, никого я не оправдываю и не осуждаю. Я просто стараюсь поставить себя на ее место. А ты поставь себя на Володькино место. Ты знаешь, мне как-то на ее месте удобнее. Лиль, да ты что? Это же Володька. А ее ты в глаза не видел. Вот ты поступаешь в военную академию. Я очень рада, я знаю, как ты о ней мечтал. А моя профессия — офицерская жена. Профессиональная подготовка — во! Все к черту. Надоело. Лиля, ты что, расстроилась? Да нет, ни в коем случае. Иди. Кстати, не забудь зайти в магазин, хлеб я купила на твоей совести. Молоко, масло, ну и какая-нибудь колбаса. Ну ты правда не расстроилась? Ну из-за чего? Ну не знаю.
Мне показалось. Иди, горе, то уволят и в академию не пошлют. Старается Олежка, а? С чего бы это? А у него вчера вечерние строевые сорвались. Вот она наверстывает. За 5 минут до развода? Он уже четверть часа гоняет. Товарищ майор, можно вас на минуточку? Хорош. Ну, как мои орлы? Скорее не орлы, а мокрые курицы. Что у них сегодня после развода? По плану теория. Не сахарный, не размотный. Да, не сахарный, это ты верно заметил. Сам придумал или кто подсказал? Володя, у тебя есть свой батальон, там и команда. Своего батальона у меня нет. Там обратная зависимость. Мужик, не они мои, а я их. Отставить. Вот, развел демагогию. Мои и... Ольга-то приехала? Второй батальон. Вождение. Полоса препятствий. Третий батальон. На техническую подготовку в учебный корпус. Походную колонну. По местам занятий. Управление полка прямо! Остальное направо! В! Шагом! Марш! Займись сегодня батальоном. А что случилось? Мне после полосы препятствий отлучиться надо ненадолго. Хорошо, не волнуйся. Спасибо.
Это 3:25. Ответьте Москве. Володя. Алло, Володя, ты меня слышишь? Извините, Лихачева нет дома. Говорите, магнитофон записывает. Секретарь? Вот это да. Небось, сам смастерил. А ты не меняешься. Точность, педантичность, вежливость. Быть тебе, Лихачев, полководцем. Дурацкая игрушка. А может быть, хорошо, что тебя сейчас нет дома. По крайней мере, выслушаешь до конца. Значит так. У меня все хорошо. Работа, здоровье. Игорь Иванович считает, что к зиме могла бы выйти на малую защиту. У меня последняя серия опытов не пошла, представляешь? Инка, как всегда, напорола. Мы с ней даже поссорились. А что толку? Да, Олега встретила. Тебе привет. У него все нормально. Лихачев. Знаешь, я к тебе не приеду. Может быть, понять, простить, это трудно. Но я не приеду. Не сердись, милый. И не переживай очень хорошо. Это очень важно, чтобы ты не переживал. Я из овражка шел. Меня елки прикрывали. Посчитал так. Не заметят сначала, а потом я и выскочу им в бок. Аленька, то есть старший сержант Рогов, из пулемета по ним. Так ведь заметить могли. Могли, конечно. Ну и подбить могли. Хотя, конечно, могли и подбить, только все равно наш танк на себя внимание отвлек. Другим-то легче. Значит, не о себе думал, а о других. Как же иначе, товарищ майор? Ну вот видите, значит, получается, думал о самом главном.
Никитин. Здравия желаю, товарищ майор. Докладывает рядовой Никитин. Провожу ремонтные работы. Что случилось? Ничего не случилось. Из дома? Да. Ну и что же пишет товарищ Шинкаренко в ВТ? А вы прочтите. Но это удобно. Читайте. Вам я разрешаю. Ну и кто же он такой, этот Шинкаренко? Мой друг. Дурак он, во-первых, и не друг тебе, во-вторых. А ты тоже хорош. Про его жену гадости пишут, а он и рад. Да вы моей жены не видели, товарищ майор. Она красавица. Знаете, сколько за ней парней бегало? А она выбрала меня. Она пишет тебе? Пишет. Что пишет? Пишет, что любит. Так какой же ты право имеешь не верить любимой жене? Я верю, но... Вот что, Никитин. Мы с тобой разговариваем, как мужчина с мужчиной. И поверь мне, если женщина разлюбит, она скрывать не станет. А ты? Если ты плохо о своей жене будешь думать и всяким стервецам верить, грош тебе цена и как мужчине, и как мужу. Понял? Понял. Чего звал? Ты мне адрес Никитина узнал? Да, зачем тебе? Нужно его жене телеграмму послать. Ну что, я этим займусь? Нет, я сам отнесу на почтамт. Блин. Слипсы? Так адрес. Пожалуйста. Так, станция Липсы, Урлют Тюбинского района, Талды Курганской области. Никитиной Вере Анатольевне. Хорошо, что тебя сейчас нет дома. По крайней мере, выслушаешь до конца. Значит так.
все хорошо. Работа, здоровье. Игорь Иванович считает, что к зиме могла бы выйти на малую защиту. А у меня последняя серия опытов не пошла, представляешь? Инка, как всегда, напорола. Мы с ней даже поссорились. А что толку? Принимай гостей! Ну че, не рад, что ли? Рад. Держи. Став самовар, хозяин. Знакомь. Так, вот этот секретарь, которого я хотел выкинуть. Хочу, Олег, держи бутылку. Володька, где ты там? Не скрывай это женщину. Опа. Лили, принеси. Тортик. Помоги мне. Оп. Лилёк, и вилки не забудь. Стул. Стульчик. Сюда. Помочь? Ну вот теперь можно приступить. Давай. Да, крепящий инструмент. Осторожней. Все, разовьешь, не на чем есть. Ага. Она и голодная. Ну да, ты у нас специалист по тортам, команда. Ну, еще бы. Положитесь. Конечно. А сейчас, внимание, горячая карта. Маечка. Что, не приехала? Ну, может, завтра? Может быть. Ну и черта с два мы уйдем. Что, даром Майка торпекла, что ли? Угу. Ребят, а почему бы нам действительно не выпить, а? Вот это другое дело. Мальчишки балуются. Ну, молодцы. Давайте. Объявляю благодарность, а теперь спать. Андрюша, спать. Это что такое? Дети? А не хочу. Май, а чемодан где? На твоем месте. Не хочу. Май, я спросил, где чемодан? Сейчас. Не хочу. Давай. Не хочу. У тебя что-то упало. Вижу. Мама, папа вешалку оторвал. Ну, где этот чертов чемодан? Да что происходит, в конце концов? Тревога! Не хочу! Товарищ старший лейтенант, сбор по тревоге! Понял. Товарищ майор, тревога! Товарищ лейтенант, тревога! Понял. Товарищ лейтенант, тревога! Понял. Товарищ капитан, тревога! Понял. Сбор по тревоге, товарищ майор. Понял.
Товарищи офицеры! Товарищи офицеры, наш посредник, подполковник Липов. Здравствуйте, товарищ. Прошу садиться. Как вы помните, генерал намекнул майору Седову о том, что в ближайшее время возможны большие учения. Так вот, майор, они начинаются. Но готовы ли мы к этому? Молчать или отвечать? Пока молчат. Ага, значит, вопрос риторический. Отставить. Прошу всех к карте. Итак, наш полк, находясь во втором эшелоне, вводится в бой с рубежа реки Чалки. Батальоны Лихачева и Седова, обойдя топь справа и слева, форсируют реку одновременно и вступают в бой. Батальон Зверко ждет в песчаном карьере и действует по обстановке. Подавить оборону противника и овладеть высотой 47-31. Район дислоцирования – желтая топь. Страшное болото. Точно. Место скверное, но тем лучше. И дожди прошли. Тоже неплохо. Тем лучше, то есть чем хуже, тем лучше. Треть полка сядет. А чего такой пессимизм, майор? Это реализм, товарищ подполковник. Трудная, вводная, у меня половина механиков-водителей новички. Хотя обкатанные, но не в таких же условиях. Ваша вина, майор, что ваши люди приучены ездить только по ровной дорожке. И за это спрошу с вас. Он, Седов, помалкивает, говорун. Или у вас тоже новички? А, Седов? Никак нет, товарищ полковник. Мои где хотите пройдут, как в песне. Броня крепка и танки наши быстрые. А люди... Отставить песню. Парк в порядке? В порядке. Тогда не будем тянуть. Выход на рубеж, атака 5 часов. За мной. Уран, я второй. Предлагаю держаться правее. Пойдем по твердому, то и правда сядем. И так время потеряли. Буран, как слышишь? Надо идти правее, а то будет нам броня крепка. Второй, я Буран. Следуй за мной. Буран, стой! Стой, там топ, не пройти! Второй, выполняйте приказ. Я Буран. Разрешите изменить маршрут. Форсировать болото напрямик.
Буран, я Гром. Цель – изменение маршрута. Цель – внезапность атаки. Это большой риск. Вы понимаете это? Мои пройдут, уверен. Разрешите. Вас понял. Изменить маршрут разрешаю. Гром, я Туча, вышел на маршрут. Батальон Лихачева. Ну что же, двинемся и мы. Вперед! Двигатели не глушить. Командир, рот ко мне. Ну что, будем обходить болотце? А есть другие предложения? Предложений нет, есть правка. Обход это лишних 12 километров. У тебя, старший лейтенант, двое новеньких. Ты за них поручишься, если через болото пойдем? Ну, значит, и разговора нет. Рисковать не будем, пойдем здесь в обход болота. Постоянный ориентир, стена леса. Идти, колея в колею. Каждый поворот в несколько приемов и не лихачить. Знаю, мне вчера родились. Разговорчики. И со связи не связать. А вот Седов напрямик своих повел. А вы откуда знаете? Так я ж замыкал колонну, ну и видел, как они к болоту свернули. Ладно. В конце концов, это дело Седова. Все-таки опередил нас Седов. Что и требовалось доказать. А откуда там проход в болоте? Ты же не ходишь с нами на охоту, не знаешь. Есть там дамба. Еще со времен войны осталась. Правда, она разрушенная. Не знаю, как он по ней танки поведет. Целы? Как будто. Проверить. Вам на самокатах кататься, не танки водить.
Томми где? Я здесь! Оставь ты машины. Так, что хочешь сделать, танк вытащи. На все про все тебе даю 20 минут, понял? Так точно, понял. Все в порядке. Все целы, выходят. Значит так, догонишь и сходу в бой. Вышел с северо-запада к высоте 26-81. Прием. Воздух, я земля. Вас понял. Седов вышел в тыл противника. Да, дерзко. Посмотрим. Тяжело ему будет одному. Тяжело. Горка-то открытая. Все как на ладони. А через мост? А если он минирован? Можно минуя мост. Там не глубоко. Скорости потеряем, эффекта внезапности не будет. Вот что, Пащенко, попробуйте-ка на полной скорости через мост. Понятно? Так точно. Действуйте. Есть! Заводи! Если Пащенко проскочит, все на полной скорости по моей команде вперед. К машинам. Есть! Есть! Ну вот и подмога пришла Седову. Сколько он один в поле воином был? Минут на 10 опередил Лихачева. На 12,5 я засек. Зато внимание на себя забрал. И много шуму наделал. По машинам!
Я воздух. Докладываю. Силами 2-го и 3-го батальонов подавлена оборона противника. Первый батальон занял высоту 26-81. Товарищ генерал-майор, условный противник разгромлен. Ну что ж, хорошо. Тогда отбой. Отбой! Всем отбой! Отбой! Приветствую. Здравия желаю, товарищ полковник. Здравствуй, Николай Сергеевич. Да, обошел ты меня сегодня, это факт. Одного понять не могу, ну, как эти черти по болоту прошли. Военная тайна. Только я и сам не ожидал от Седова такой прыти. Да чего, собственно, удивляться. Офицер грамотный. Чувак, стой, это наши. Ты куда? За вами, товарищ майор. В чем дело? У вас радио не отвечает. А что случилось? Несчастье, товарищ майор. Не тяни. Ну, Мишка Федотов, механик-водитель с 20-й семерки, ну, с перевернутого. Ну, что с ним? Погиб Федотов, вот что! В городок, на максимальной.